Австрия с 16 июля запретила регулярные прямые авиарейсы из Молдовы и еще 9 стран Балканского региона. Ограничение действует 2 недели, до 31 июля. Информацию подтвердила пресс-служба Министерства иностранных дел Молдовы. Меры приняты по приказу министра здравоохранения Австрии для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Иностранные граждане смогут въехать в Австрию только при наличии медицинской справки об отсутствии COVID-19 на немецком или английском языках, выданной не позже 4 дней до предъявления. Между тем, Россия объявила об отмене 14-дневного карантина для въезжающих в страну.